Тюри частично демонтировали металлические ограждения на Волоколамском проспекте. Конструкции были убраны на участке от проспекта Победы до моста через реку Лазурь. Как пояснили в администрации города, сделано это было по причине того, что ограждения устарели и поржавели. Вместе с тем, поясняют в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта областной столицы, в скором времени на этом месте будут установлены новые конструкции. Планируется в летний период этого года поставить новые направляющие ограждения, которые будут оцинкованы и не будут подвержены коррозии.